Обновленный магазин «Обувной двор» открыли по адресу Кирова, 59. О реконструкции помещения, изменениях в ассортименте и многом другом узнаете в нашем следующем сюжете. Это 36-й, да? Для Натальи Павленко этот магазин стал уже родным. Именно сюда 10 лет назад она пришла за пинетками для своего новорожденного сына. И с тех пор всю детскую обувь покупает только здесь. Всегда внимательные продавцы-консультанты. Несколько раз были случаи, пришлось менять или сдавать обувь. Всегда вежливо и, в принципе, без проблем все нормально. Сандалии, кроссовочки, ботиночки. Цена-качество соответствует. Мне нравится. И всегда большой выбор. И большое разнообразие производителей, так что я довольна, всегда сюда заходим. Вот и сегодня Наталья не ушла без покупок, приобрела в магазине обувь для сыновей. Действительно, здесь есть все, чтобы смело шагать в новый учебный год. От кроссовок и туфель до сандалий и ботинок. А после обновления обувной двор стал еще комфортнее и приятнее для покупателей. Мы провели ремонт, мы витрины магазина открыли, которые были до этого много лет закрыты. И с улицы практически не было видно у нас вот торгового зала. Реконструировали пространство торговое. Немножко расширили детскую зону, увеличили значительно женскую, сделали полноценный мужской зал. Ну, создали такие отдельные пространства, которые как раз позволяют нам говорить, что мы вот открываемся сейчас в некоем новом формате. Вместе с тем, качество и ассортимент магазина по-прежнему остались на высшем уровне. Здесь представлен широкий выбор обуви, туфли, кроссовки, лоферы, балетки, кеды, сандалии, ботинки. Продолжать список можно долго. Важно другое. Здесь каждый найдет себе обувь по ноге и по карману. Действует постоянная дисконтная программа. То есть все наши покупатели, которые ходят к нам постоянно, они имеют дисконтные карты, накопительные. Вот, скидки в среднем составляют там 10-15%. И, конечно, мы проводим постоянно различные акции. Как раз сейчас здесь действуют две акции – тотальная распродажа летней коллекции и скидки на школьную обувь. В магазине также можно найти и другие товары – детское белье, сумки, палантины, зонты. Сейчас обувной двор готов предложить покупателям модную осеннюю коллекцию обуви и аксессуаров. Ведь новый сезон – это лишний повод обновить гардероб. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.